Добросовестный водитель всегда пристегивается сам и просит пристегнуться пассажиров. А детям устанавливают специальное кресло, о чем сегодня и пытаются напомнить сотрудники ГИБДД. Традиционный рейд – детское кресло. Это пассажирские перевозки маленьких участников дорожного движения, детей. Во время учебного процесса родители везут в школу, из школы. И сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы нацелены на выявление нарушений именно в этой сфере дорожного движения. Штраф за отсутствие детского кресла – 3000 рублей. Столько же стоит самый дешевый экземпляр, проверенный в заводских условиях. Ребенок должен быть в безопасности и ездить. Опять же, ему удобнее ездить, смотреть в окошко высоко. Поэтому надо ставить обязательно. Во время рейда нарушителей выявлено не было. И по сложившейся традиции, каждый остановленный получал в подарок светоотражающий значок. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».